Улиэта Диас, Ромина Гаэтани, Валентина Басси, Витиана Блум и Малена Сольда в сериале «Цыганская кровь». Сценарий Маркоса Карневале и Марселы Герти. Операторы Хорхе Фернандес и Олехо де Фалько. Режиссеры Оскар Берте и Себастьян Пивотто. Значит, ты с ним обручилась? Ты выйдешь либо за меня? Отвяжись! Нет. Тихо. Тебе нужны деньги? Забирай, только отпусти ее. Если ты ее тронешь, ты покойник. Попробуй. Хосеми, Хосеми! Либер, отпусти меня. Отстань, не лезь в чужие дела. Мне с тобой не о чем говорить, я забираю Мору. Костас, займись ими. Ублюдки. Чего уставился, а? Самый храбрый, да? Пошли быстро. Мора! Шагайте, не злите меня. Ты все испортил, я говорил, что я сам. Иди к черту, я не хочу ссориться. К черту? Ты первый покажешь дорогу. Я не хочу ссориться. Тогда чего лезешь? Я не хочу ссориться. Не хочешь ссориться? Почему это, а? Ты меня заставил сделать то, что я не хотел. Ну чего, чего нарываешься? Чего? Давно не получал по морде? За Морой скорей! Быстрее, пошел, пошел! Только этого не хватало, чтобы меня обокрали родственники. Лазаро, не говори ерунды, это ошибка. Ошибка? Какая ошибка? Я положил деньги сюда, в сейф. Я точно помню, что я сунул ключ в карман. Амадор и Хосеми опять поссорились. Хосеми был явно расстроен. Майте. Как дела? Где ты была? Что-то случилось? Я не собираюсь отчитываться за каждый свой шаг. Ты взяла деньги из сейфа? Какие деньги? Не обращай внимания. Где ты была? Ходила к отцу Роману. Опять? Зачем? Потому что мне там хорошо. И я решила принять его предложение. Какое предложение? Ненадолго уйти в монастырь, чтобы попробовать. Что попробовать? Что такое, когда у тебя никто не стоит над душой? Для этого нужно уходить в монастырь? Ты можешь попробовать дома. И какой смысл? Ты решила стать монахиней? Лазаро. Цыганка должна любить мужа, а не Бога. Нравится тебе или нет, я решила, Лазаро. Ты слышала? Надо сделать так, чтобы она передумала. Ты не будешь работать у Эредия, поняла? Не слышу ответа. Я ничего не говорила. Не доставай меня. Хано, я могу работать у Лазаро? Не подлизывайся. В своей семье решаю я. Отец меня поддержит, ясно? Хватит, Анхель, заткнись. Я сам разберусь с Луз. Она моя жена. Она... Иди и не волнуйся, я разберусь. Иди. Здорово, что ты позвонила. Конечно, он только о тебе и говорит, Пеппа. Не проходит дня, чтобы он тебя не вспомнил. Да. Ты знаешь бар Фламенко? Я оставлю в гостинице адрес, чтобы ты могла нас навестить. Нет, он обрадуется. Отлично, я буду ждать. Пока. Кто такая Пеппа? Пеппа звонила. Кто? Девушка из Испании, Пеппа. Нет, нет. Что за Пеппа? Откуда взялась, красавица? Вот, держите. Ну, может, объясните, кто это? Ясно. Ты придумал себе подружку. Так делают подростки. Со мной фокус не пройдет. Усек? Что она сказала? Что она будет делать? Как что? Она едет сюда, она хочет его видеть. Она настроена серьезно, я бы сказал, решительно. Такое нельзя пропустить. Она была его подружкой. Из-за нее он 3 года торчал в Испании. Она единственная, кому он сделал предложение. Он пел ей серенады посреди главной площади. Я не помню, как она называется, но площадь большая. Это как же надо влюбиться, чтобы запеть, да? А потом вернулся домой и все забыл? Амадор? Ты что? Знаешь, как он делал предложение? Украсил берег розами, составил из них фразу. Пеппа, Пеппа, обожаемая Пеппа. Вдоль всего берега, на 200 километров. Кому он делал предложение? Когда?
Берегись, сестричка. Пеппа всем задаст жару. Ты проиграла. Кто такая Пеппа? Все, я ушел. Кто такая Пеппа? Мы ее потеряли. Давай в гавань, перехватим там. Он не может увезти ее без документов. Отец меня убьет. Он велел приглядывать за Морой. Он ее спрячет где-нибудь недалеко. Я позвоню отцу. Мы сами найдем. Ты его привел. А теперь будешь спасать Мору? Спокойно. Не нарывайся. Тихо! Отец, у меня проблемы с Морой. Ее похитили. Ладно. Вы как хотите, а мне надо домой. Я отвезу. Правильно, Нинья. Пусть Хана разбирается. Нет, это моя проблема. Пусть Хана разбирается. Ну, что она сказала? Что хочет уйти в монастырь. Она говорит, что это не навсегда, Ласаро. Кто ей вбил в голову эту ерунду? Она сама расскажет, если захочет. Я верю отцу Роману. Он считает, что тишина и покой пойдут ей на пользу. Я вижу только одну причину. Какую? Мужчина. Я готов поспорить, что это из-за мужчины. Он ее бросил, и она переживает. Нет, Ласаро, только не это, нет. А что тогда? Священник должен знать. Он не скажет. И дело не в мужчине. Ты злишься, потому что она впервые что-то решила сама, не спросив тебя. Я злюсь, потому что все рушится. А я не понимаю, почему. Из сейфа пропали деньги, а я не знаю, кто их взял. Ласаро, ни Хосеми, ни Амадор на такое не способны. Я не уверен. Что вы здесь делаете? Отец, неприятности с Морой. Да, я знаю. Я уже пытаюсь это решить. Ублюдок! Хосеми, перестань! Как ты мог впустить этого типа? Этот тип – жених Моры, чего о тебе, к сожалению, не скажешь. Мора его не любит, поэтому она и сбежала. В чем дело, Хосеми? Зачем тебе сдалась Мора? Вчера тебе было на нее плевать. Я говорил, что нам не надо лезть. Пошли. Отлично, Амадор. Тебе идет роль заботливого старшего брата. Уведи его, пока его не вышвырнули. Лучше бы ты вышвырнул этого типа. Проваливай, пока тебе не пустили кровь. Только этого не хватало. Он нам угрожает. Либер пришел поговорить, как это принято у нормальных людей. Море это не нравится. Пошли. Не волнуйся за Мору. Спасибо за внимание, я сам позабочусь о дочери. Редия, спасибо за деньги. Я разберусь с долгами. Сначала я разберусь с тобой. Нет, Хосеми, только не в моем доме. Ты что, переживаешь из-за денег? Ласаро их хватился? Хосеми! Идите, идите. Спасибо, Хану. Не благодари. Мне не нравится, что ты увел мою дочь силой. За ней должок. Знаю, отпусти ее. Отпусти. Я знаю, что за ней долг. Но теперь она живет со мной, а не с матерью. Теперь я за нее отвечаю. Давай договоримся. Заткнись, она поедет в Уругвай. Я прошу, пожалуйста, отпусти ее. Пусти. Пусти. Мы только что познакомились. Я могу стать твоим тестем. Так что не зли меня. Приходи завтра в мастерскую, мы поговорим спокойно. Я уверен, что мы найдем общий язык. О чем ты будешь с ним говорить? Сначала я поговорю с тобой. А потом, Мора, мы сделаем то, что мы должны сделать. Я идиот. Костас меня подставил, а я купился. Могло быть хуже. Что сделано, то сделано. Хватит, забудь. Забудь? Он увезет ее в Уругвай. Ну и что? Вы же расстались. Или ты жалеешь? Он специально расставил ловушку, чтобы ее отнять. Он не отнимал. Они уже были обручены. Ты доволен, что я ее потерял, да? Что ты несешь? Я доволен? Извини. Я разозлился. Я не понимаю, что говорю. Хосеми, пусть каждый идет своей дорогой.
Они своей, мы своей. Ты прав. Пусть катятся к черту. У меня есть проблема поважнее. Лосаро. Лосаро. Я не поеду. Я не хочу. Мора, отдай деньги. Ничего не поделаешь. Рано или поздно это должно было случиться. У него есть права. А как же я? Ты сама так решила. Ты приняла предложение. Что я могу сделать? Прогнать его? Ты видела, как он реагирует? Он просто так не отступится, и его лучше не злить. Я заработаю, папа. Я все верну. До последнего гроша. Я публично извинюсь. Что угодно, но с ним я не поеду. Ему плевать на деньги, Мора. И на твои извинения заодно. Ему нужно совсем другое. Он хочет на тебе жениться. Он требует, чтобы ты сдержала слово. Я не пойду замуж. Мора. Я не хочу. Хватит, Мора, мы поговорим об этом завтра. А сейчас давай успокоимся, пожалуйста. Папа. Папа, умоляю. Хватит, Мора, мы поговорим завтра. Мора. Что ты будешь делать? Сбежишь? Куда? Куда? Ты собиралась в Уругвай? Не знаю. Не знаю, что я буду делать. Я точно знаю одно. Замуж я не пойду. Собралась, дорогая? Жених торопится. Неплохая партия этот. Либер. Хорошие деньги, хороший бизнес, хорошая голова. Может, ты за него пойдешь? Издеваешься? Немного. Отправляйся на кухню, приготовь обед, вместо того, чтобы мечтать о ерунде, вроде булочной Эредия. Ты знаешь, что твоя подружка устроилась к Эредия? Она хочет работать, знаешь? А ты выкини с головы эту чушь про работу. Ты сошла с ума. Мора, я хочу, чтобы ты осталась. Не уезжай в Уругвай. Ты была готова на все, чтобы не потерять Нинью. И уходишь в монастырь, чтобы его забыть. Там это будет проще. Он упрямый, он не отстанет. Он не будет знать, где я, так что придется. Но? Я же сказала, я не передумаю. Почему? Объясни, почему. Потому что для меня так будет лучше. И я прошу вас об одолжении, никому не говорите, где я. Для всех я поехала в Испанию к родственникам. Я не могу врать братьям. Я сама им скажу. Но ради бога, больше никому ни слова. Ладно. Надеюсь, что ты передумаешь. Я открою. Хану. Ампаро. Лосаро дома? Да. Чего тебе? Я хочу знать, зачем тебе Луз? Я говорила, что из-за девчонки будут неприятности. Что ты задумал, Лосаро? Я предупреждал, чтобы с ней хорошо обращались. Она пришла за помощью, и я сделал то, что обещал. Будь повнимательней, она не так проста. Она только кажется беспомощной. На самом деле она точно знает, чего она хочет, Лосаро. Лосаро, я с тобой говорю. Что, ты ничего не терял? По-моему, это твое. Что это? Деньги. Они не мои, так что я их возвращаю. Я играю честно. Как они у тебя оказались? Спроси Хосеми. И еще. Передай братьям, чтобы они оставили Мору в покое. Вспомни, что ты им говорил. Ты отлично выглядишь, Ампаро. Это деньги? Скажи, это деньги? Да. Почему их принес Хану? Я бы сам хотел это знать. А что он говорил о девчонке? Я предупреждала. Что она затеяла? Не знаю. Я не доверяю Хану. Прошу. Приятного аппетита. Извините, ты принесла еду? Да. И что она сказала? Про еду, а главное про меня. Что она могла сказать? Спасибо. И перестань дрожать. Это смешно. Я не дрожу. Дрожишь? А я-то считала тебя героем. Перестань. Трус. Ванина.
Слушай, я не успел предупредить. Ты достал то, что я просил? Да-да, подожди, сейчас главное не это. Неси скорей. Послушай, не тяни. Да послушай же. Иса, что я скажу? Иса, иди сюда, что с ним? Огромная красная роза на берегу. Не бей его. Разболтал? Она сама, я не виноват. Кто? Пеппа. Ты звонила в Испанию? Нет, нет, Пеппа. Я пытаюсь сказать, а ты не слушаешь. Пеппа. Пеппа! Амадор Эредия, наконец-то. Пеппа соскучилась. Сколько лет, сколько зим. Пеппа. Хосеми. Сначала из моего кармана пропал ключ, потом исчезли деньги из сейфа. По-моему, ты что-то знаешь. Да, знаю. Это я взял деньги. Зачем? Я не могу сказать. Мне понадобились деньги, а я знал, что ты не дашь. Я обязательно верну. Объясни. При чем здесь Хану Амая? Он не поленился прийти сам. А он не потрудился объяснить? Нет, поэтому я спрашиваю тебя. Зачем тебе деньги? Чтобы заплатить за Мору? Это не твое дело. Издеваешься? Говори, зачем тебе деньги? Он их вернул, это главное. Остальное моя забота. Я хочу знать, во что ты влип, Хосеми. Повариха, не старайся привлечь к себе внимание. Повариха? Да. Ну что скажешь, нравится? Ты открыл бар отца. Сбылась твоя мечта. Скоро сбудутся остальные. Причем не без твоей помощи, Пеппа. Пеппа... Ты заставила меня страдать. Благодаря тебе я выучил уйму стихов. Не ври, всего три. Всего? И ты все время их читал, помнишь, на берегу? Ты был здорово пьян. От любви. Меня пьянила любовь. Пеппа, почему я тебя потерял? Потому что я тебя знаю. Я действительно тебя любила. Я знаю. Но я не жалею, что я тебя отпустила. Все равно бы ничего не вышло. Давай выпьем за невозможную любовь. И за самую потрясающую женщину, которую я знаю. Спой что-нибудь. Сейчас? Сейчас, сейчас, спой. Я пришла в гости. Ну и что? Мы одни, спой для меня. Господи. Я серьезно. Эй, не уходите! Пеппа будет петь. Ладно. Давай, красавица. Что будем петь? Вечную любовь? Вечную любовь. Si no te das a mí, subiré montañas y al río lloraré. Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera así?
Доволен. Здорово. Класс. Тебе надо записать альбом. И снять клип. Спасибо. Ну, пошли. Все убрали? Да. Нам пора. Пошли. Еще надо забежать в магазин, кое-что купить. Да. Пока. Пока. Удачи. Пока-пока. Хочешь пить? Иса. Да. Иди, я сам закрою. Я принесла стакан воды. Я не сомневаюсь, что ты справишься. Спасибо. Ты нас не познакомишь? Да, конечно. Моя подруга Пеппа. Иса. Очень приятно. Мне тоже. Рада познакомиться, правда? Иса, спасибо. Иди. Да, извините. С вашего позволения. Все как всегда. Ты не меняешься, Амадор. Что? Опять женщина. Со мной было то же самое. Ты даже не смотрел в мою сторону. А когда я ушла, бросился уговаривать. Пеппа. Спой еще. Иди на кухню, а то будут неприятности. То, что ты написала для меня. Помнишь? Это тайна, которую я никому не открою. Можно спросить. Если бы я настаивал, ты бы пошла за меня замуж? Ни за что. Пеппа. Ты хорошо готовишь. Она отличная повариха. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Будь осторожней с этим чудовищем. Он молодец, но его трудно удержать. Да, он не подарок. С ним нелегко справиться. Эй, девочки, я все еще здесь. Не слушай. Я дам тебе совет. Хочешь? Мы просто друзья, хорошие друзья. Но нет, все равно срабатывает лучше, чем да. Так что не теряйся. Мне пора. Была рада тебя повидать, поболтать. Пока, береги себя. Пока. Пеппа. Пеппа. Она милая. И хорошо поет. Да, наверное. Я не слушала, я мыла посуду. Мне некогда заниматься ерундой. Это песня, она написала ее для меня. Они все так говорят. Почему? Потому что. Ладно, не бери в голову. Ты уходишь? Ты этого хочешь? Да, повариха уходит. Она поищет другую работу. Как я должен был тебя представить? Я не уверен, что мы... Мог бы задуматься хоть немного. Останься. Если ты моя женщина, останься. Интересно, что бы на это сказала Пеппа? Нет. Не совсем нормально, но это единственное, что может меня спасти. Я чувствую, что я должна уехать, хотя бы ненадолго. Спасти от чего? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Мне просто перестало нравиться, как я живу, как я себя ощущаю. Нужно в себе что-то изменить. А здесь я не смогу. Для всех остальных я поехала в Испанию. Когда ты уезжаешь? Завтра. Испания? Судьба — это судьба. Невероятно. Я только что вспоминал, как я весело проводил время в Испании. Да? С Пеппой. А? Танцуй. Что? Танцуй. Я упаду. Сестричка, сестричка. Хватит. В Испании все всегда танцуют. Когда ты едешь? Летим вместе. Я не еду в Испанию. Поехали вместе, развлечемся, забудем о неприятностях. Я готов войти в долю, плачу за билеты. Нет, никаких прилипал. Только я с сестричкой. Когда ты едешь? Я не еду в Испанию. Я ухожу в монастырь. Я тебе говорила. Опять? Да. Ты серьезно? Это невозможно. Я серьезно. Это очень даже возможно. Ты уверена? Ладно. Тебе видней. Ты точно этого хочешь? Да. Майта. Да. Поговорить с Лосаро? Нет. Ты будешь скучать? Безумно. Я больше. Нет, я. Нет, я. Вы оба. Я больше. Хватит. Я.
Дела стали совсем плохи. Ты говорил с Лосаро? Он все знает. Приходил Хану. Он принес деньги. Он этого не простит. Он думает, что я взял деньги для Моры. Так и есть? Нет. Ты думаешь, что Хану ее отдаст? Не знаю, мне все равно. Хотя Хану и не на такое способен. Мне плевать, что будет сама я. Давай, Умберто, еще. Давай еще. Мама, что ты делаешь? Ты не представляешь, что случилось. Я была в отчаянии. Завтра нужно платить за электричество. Я заперлась в комнате и стала просить: «Умберто, помоги». А он ответил: «Моя одежда». Я стала искать. Я не поняла, о чем он, но на всякий случай я решила перерыть шкаф. Когда я взяла синие брюки, оттуда выпали $10. Смотри. Вот. Здорово. Надо искать дальше. Мама, если тебе нужны деньги, почему ты не попросила? Нет. Перестань, я их зарабатываю. Я с удовольствием тебе помогу. Я не возьму деньги, Эредия. Я еще не вернула. Не смотри так, я верну завтра. Хорошо, что не вернула. И не вздумай, будет глупо. Отдай. Он с позолотой. Если продать, можно выручить кучу денег. Нет, отдай, мама. Отдай. Я должна его вернуть. Подумай как следует. Ты хочешь, чтобы он сказал спасибо, но ты не дождешься. Это было бы здорово. Что? Я хочу, чтобы он для меня что-нибудь сделал. Усыпал берег реки розами. Читал наизусть стихи. Умолял просто взглянуть в его сторону. Скажи, не рассчитывай на него. У тебя вся жизнь впереди. Не пусти ее на ветер. Ты была счастлива с папой? Умберто. Дорогая, он не знал стихов. Он вообще ничего не знал. Но это не важно. Главное, что он нас любил. Заботился о нас. Баловал. Он приносил красные гвоздики, а у меня не поворачивался язык сказать, что я их ненавижу. Мама. Ты попрощался с сестрой? Да, мы вчера поговорили. Она объяснила, почему она это делает? Нет. Нет. Это секрет? Как деньги, которые ты взял из сейфа? Придется взять человека вместо Майты. Не уходи от разговора. Зачем тебе деньги? Я же сказал, это была ошибка. Доброе утро. Я не опоздала? Доброе утро. Привет. Вовсе нет. Как дела? Спасибо, хорошо. Отлично. Луз будет работать вместо Майты. Да. Ты? Я. Вот это сюрприз. Родные знают? Они согласились? Анхелю это не нравится, а Хану не против. Я знаю, что ты с ним говорил. Спасибо. Не за что. Что ж, добро пожаловать. Спасибо. Готова? Конечно. Отлично. Объясни, что надо делать, и пусть приступает. А я провожу Майты. Да. Удачи. Пока. Ты понимаешь, что ты делаешь? Я, да, а ты? Мора уезжает в Уругвай. Идем, я все покажу. Хорошо. Папа. Если ты хочешь поговорить о Либере, я пас. Я уже все сказал. Привет. Ты не будешь завтракать? Нет. Хочу съездить посмотреть мотоциклы. Побыстрее. Ты должен быть в мастерской, когда уругваец придет за твоей сестрой. Зачем? Ты же знаешь, что я против. А мне плевать, против ты или нет. Просто делай то, что тебе говорят. Иди, но чтобы через час ты был в мастерской. Не заставляй меня, папа. Пожалуйста, не надо. Да? И что ты будешь делать? Опять сбежишь? Нет, Мора, это не выход. Ты отдашь меня Либеру? У тебя есть идеи получше?
Я встал пораньше, чтобы попрощаться с сестричкой. Я просто обязан тебя проводить. Ведь ты уезжаешь сегодня? Бедняга Либер. Я с трудом терплю тебя как сестру. И ему придется терпеть жену. С тобой еще хуже. Моя жена счастлива, ей хорошо. Ты уверен? Где Луз? На кухне? Луз! Завтрак! Не ори, она ушла на работу. Ты разрешил ей работать у Эриди? И ты разрешишь, это приказ. Ты обещал, ты говорил. Я не говорю, Анхель, я делаю. Собирайся. Мы уезжаем. Мора, ты готова? Да. Вальтер! Что? Я неясно выразился? Чтобы никаких Амая. Да, неясно. Ты велел не пускать Мору Амая. А о нем? Ты ничего не говорил. Убирайся. Я пришел узнать, как Майты. Хорошо, но не твоими молитвами. Проваливай. Амадор, не надо так. Я люблю твою сестру. Ради нее я сделаю все. Уже сделал. Как ты с моей сестрой или нет? Я знаю, что ты умираешь от желания узнать, когда она уезжает. Уже? Помоги с Майтой, я помогу с Морой. Эй, никаких условий. Она уехала? Она едет в мастерскую, чтобы отец все уладил. Чтобы отец все уладил? Скажи прямо, чтобы он отдал этому мерзавцу дочь. Отец говорит, что так надо. Он странный. Все мои странные. Амадор, что? Хватит. Я знаю, что ты хочешь помочь Майте. Нет, Вальтер. Вальтер! Нет, она едет в Испанию. Как? Зачем? Отдохнуть от тебя, навестить родню. Когда? Во сколько? Эй, ты куда? Как куда? За ней. Вальтер! Я велел не пускать. Теперь не выпускай. И сними эту дурацкую рубашку. Это подарок, Амадор. Ты слышал? Сядь и спокойно сиди. Ты что делаешь? Не лезь не в свое дело. Тюфяк. Тюфяк? Ты готова? Я жду в машине. Это он. Не отвечай. Просто скажи, что ты больше не хочешь его видеть. Алло. Ампаро, Амадор сказал про Майте. Мне нужно ее увидеть. Майте ушла из этого дома навсегда. Так что больше не звони. Как видишь, я его возвращаю. Да, спасибо. Не за что. Не надо злиться на Пеппу, она ни при чем. Кто сказал, что я злюсь на Пеппу? Я злюсь на тебя. И это уже не новость. Я тебя представил как повариху, потому что я не знал, что сказать. Я знаю свое место. Я повариха. А ее ты представил как подругу. Все понятно? Да? Ладно. Плохо. То, что я говорю, плохо. Почему? Встряхни меня как следует, чтобы я забыл о прощаниях, о соплях. Чтобы не забивал голову ерундой. Кто уезжает? Сестра. Сестра. Она летит в Испанию, и я хочу об этом забыть. Ты поможешь? Нет. Нет? Нет. Это дело рук Пеппы. С ее дурацким советом. Чтобы Амадор не сказал, отвечай нет. Со мной этот номер не пройдет. Я не знаю слова нет. Нет? Нет. А по-моему, пройдет. Еще как пройдет. Извините, Амадор. Ты куда? Извините, босс, я ухожу. Амадор, что? У меня две новости. Какую говорить первой, плохую или хорошую?
Плохую. Плохую? Ниньо сбежал. Подожди, подожди, дослушай хорошую. Смотри, что я принес. Я его с трудом добыл. Брелок с пумой. Я его выхватил из-под носа у какой-то девицы, она чуть не выцарапала мне глаза. Я хочу знать, зачем он тебе. Я заслужил. Выкладывай, зачем. Когда она уезжает? Наконец-то. Я думала, ты никогда не спросишь. Она встречается с Либером в мастерской. Она хочет ехать? Не хочет, но Хана ее заставит. Он же отец. Ты не знаешь Хана, он способен на все. Если ему нужен Либер, он отдаст Мору. Не дай ему это сделать. Я не могу. Можешь. Нет. Не могу. Она меня ненавидит. Нет. Ненавидит. Нет. Она расстроилась из-за той сцены с бокалом. Но она тебя не ненавидит. Ты ей очень нужен. А она нужна тебе. Хосеми, не дай ей уехать. Я сказал, что не желаю тебя здесь видеть. А я сказала, что все равно пойду. Анхель. Анхель, не устраивай скандал. Не хочешь скандала? Верни жену, и я уйду. Нет. Пошли со мной быстро. Отстань, она сказала нет, уходи. Не трогай меня. Не хочешь, чтобы я тебя трогал? Тогда не лезь, и без тебя тошно. Если тебе тошно, потому что моя сестра выходит за другого, разбирайся с Либером. Усёк? Исчезни. Так будет каждый день? Нет, я с ним разберусь. Так что, ты пойдешь? Нет, не пойду. Либер, я тебя ждал. Убери своего амбала. Жди здесь. Ты чего здесь забыл? Не заводись. Я хочу поговорить с Либером. Туда нельзя, знаю. Поэтому дай телефончик, я позвоню, а босс заплатит. Отвали. Эй, ты говоришь с Амадором и Редия. Не зли меня. Поздно. Не люблю такие штуки. Еще меньше мне нравится тот тип у двери. Я привык, чтобы мне доверяли. Извини, Хано, вчера мне так не показалось. Извини. Мне не нравится, что ты торопишься увести мою дочь. Я ее слишком долго искал. Но нашел же. Успокойся. Я не успокоюсь, пока не сяду в самолет на Уругвай. Знаешь, вчера вечером, когда я пошел спать, я много об этом думал. А когда ты спишь, или почти спишь, мысль работает особенно четко. По-моему, ты немного торопишься. Я тебя не знаю. Ты являешься, требуешь отдать тебе дочь. Хочешь ее увезти, потому что ты заключил какую-то сделку с кем-то, а не со мной. Я не считаю, что это разумно отпускать Мору, потому что со мной-то ты не договаривался. Булочная. Лус, это Амадор. Скажи брату, чтобы немедленно ехал в мастерскую. Подожди, подожди, не говори, что я звонил. Твоего брата нет. А где он? Ушел. Куда? Амая, я просил ее руки у матери. Тебя тогда не было. Она дала слово. Я заплатил за приданное, а ты знаешь, что это не пустяк. Даже если придется заплатить снова, для тебя это хорошая сделка. У меня неплохой бизнес. Да, я слышал, хороший бизнес. Сегодня я прошу руку твоей дочери у тебя. Теперь ты ее отпустишь? Нет, Хано. Не делай этого. Держите, большое спасибо. Хосеми нет. Кто тебя защитит? Что ты задумал? Я все разнесу, если ты не пойдешь со мной. Не пойду. Нет? Ты сама напросилась. Анхель, нет. С чего начать, а? Говори, с чего. Или ты успокоишься, или... Не успокоюсь. Говорю, с чего начинать. Иди по-хорошему, или я все перебью. С чего начать? С чего?
jugando a no quererte. Pero hace tanto ruido este olvido que no te pude escuchar. Recordar que ya no estás. Cuando hay olas en el mar y cuando no tan bien, cuando me siento sereno, cuando te echo de menos, hoy puede pasar uno de esos momentos. Sé que nadie en este mundo entendería ni tu fuego ni mi ser. Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría este fuego y esta sed. Майте, ты не можешь отдать ее этому чудовищу. Что ты здесь забыл? Отвали. Я не уйду, пока не услышу от Моры, что она хочет с тобой уехать. Что, боишься, что я скажу нет? Отпусти ее немедленно. Она поедет со мной, или я ее убью. Все хорошо. Все хорошо, я здесь. Я с тобой.